Свели дебет с кредитом. С каким бюджетом будет жить страна в ближайшие 2 года, рассказали в Сенате. Местное самоуправление. В Казахстане готовятся к прямым выборам акимов. Системные проблемы. Сенаторы рассмотрели законодательство об административных правонарушениях. Здравствуйте. Пришло время Сената. Медработникам повысят зарплату, студентам – стипендии, а для абитуриентов увеличат количество грантов. Все это предусмотрено в уточнении республиканского бюджета на 2021-2023 годы, который на неделе приняли сенаторы. Дополнительное финансирование будет направлено на борьбу с пандемией и ее последствиями. Финансовый импульс для развития получат также и инфраструктурные проекты, в их числе модернизация более 3500 сел, строительство и ремонт дорог, обеспечение казахстанцев чистой питьевой водой, улучшение жилищных условий граждан. И подобная практика, когда бюджет уточняют, не нова и вполне объяснима. Закон о доходах и расходах госказны – живой документ, который работает постоянно и может меняться в соответствии с нуждами и потребностями государства. В измененном документе показатели корректируются в связи с ситуацией на мировых рынках сырья и основных экспортных товаров Казахстана. При этом часть таких показателей в стране улучшается, а часть, как, например, показатели инфляции, остается без изменений. Например, по итогам 2021 года целевой рост ВВП Казахстана теперь запланирован на уровне, превышающем 3%. Ранее эта цифра не достигала 3%. До 106 миллиардов тенге увеличен объем средств, направляемых на реализацию проекта «Аул Ельбесига». За счет этих денег планируется создать 1000 рабочих мест, построить и отремонтировать более 1000 объектов социальной и инженерной инфраструктуры. За счет дополнительного финансирования дорожной карты занятости будет реализовано 127 инфраструктурных проектов, а также прокредитовано более 5000 бизнес-проектов с созданием порядка 15 тысяч рабочих мест. Нет сомнений, что уточненный бюджет будет работать на экономическое развитие страны и повышение благосостояния населения. Бюджет на ближайшие годы в итоге можно назвать социальным. Дополнительные траты позволят решить обширный комплекс задач. Повышение зарплат врачам и полицейским, ремонт и строительство новых дорог, увеличение стипендий студентам, увеличение количества грантов и развития науки, бесперебойная подача питьевой воды в аулах страны и субсидирование сельского хозяйства, развитие малого и среднего бизнеса, строительство жилья и трудоустройство безработных. В итоге расходы бюджета увеличились на 1,3 триллиона тенге и превысили 15 триллионов. Госказна при этом увеличивается в том числе и за счет целевых трансфертов нацфонда. Мы должны иметь четкое представление, за счет каких доходов будут обеспечиваться расходы бюджета, не рассчитывая только на расходы из национального фонда. Учитывая, что на 2022 год вновь рассматривается целевой трансферт из национального фонда в сумме 550 миллиардов тенге, следует, что и на следующий год не планируется доведение налоговых поступлений до уровня, достаточного обеспечения бюджетных обязательств. Для реализации социальных инициатив в очередной раз мы вынуждены прибегнуть к использованию средств национального фонда, и это обеспечение кадрами с высшим послевузовским образованием и повышение заработной платы органов внутренних дел и медицинских работников, увеличение размеров стипендий студентов в высших учебных заведениях и другие. По мнению сенаторов, ответственным госорганам в предстоящий период необходимо активно работать над вопросами диверсификации экономики, минимизации последствий пандемии и эффективным расходованием средств, в том числе выделенных из нацфонда. Один из важных, ну, в эти годы источников финансирования расходов бюджета – это дефицит бюджета, который растет. Ну, в прошлом году 3,1, в этом году в рамках вот этого уточненного бюджета мы его увеличиваем до 3,5%. Ну, понятно, что сейчас борьба с пандемией, понятно, что есть много расходов, но в то же время нам, видимо, нужно в дальнейшем уже двигаться в сторону стабилизации дефицита бюджета и изменить тренд на его уменьшение, так как бюджетный дефицит, он финансируется за счет заимствований, понятно, или внешних заимствований, или внутренних заимствований. Поэтому мы надеемся, что в рамках рассмотрения бюджета на 2022-2024 годы, который мы будем рассматривать осенью этого года, мы увидим уже другой тренд на стабилизацию бюджетного дефицита и его уменьшение.
Еще один принятый сенаторами закон позволит исполнить еще одно важное поручение президента. Депутаты внесли изменения в проект конституционного закона о выборах в Казахстане. Что это значит? Это значит, что теперь в стране будут внедрены прямые выборы акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов. Но почему эти изменения необходимы и важны именно сейчас? Давайте разбираться. Предусматривается снижение порога прохождения политических партий в Мажилис и Маслихаты с 7 до 5%. Также в бюллетене для голосования добавляется графа «против всех». Это важное событие в общественно-политической жизни страны. Несомненно, эта инициатива главы государства внесет значительный вклад в дальнейшую демократизацию политической системы Казахстана и усиление политической конкуренции. Мы также надеемся, что проведение выборов акимов на местах повысит эффективность системы управления. Эксперты уверены, совершенствование избирательной системы Казахстана происходит в нужное время. Общество в целом готово к выборам сельских акимов. Пробное, так называемое экспериментальное голосование в стране уже проводилось. Тогда жители пилотных сел выбирали себе акима. Прямая зависимость руководителя от своих избирателей, считают политологи, повышает активность главы населенного пункта, а жители точно знают, за кого и почему они отдают свой голос. Закон принят в рамках поручений главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева о внедрении прямых выборов акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов. Прямые выборы акимов районов сегодня будут позволять нам, гражданам, повысить активность полноценной реализации своих конституционных прав. Основных задач у законопроекта несколько. Это и укрепление системы местного самоуправления, и повышение активности граждан, ведь выборы – важнейший элемент любого демократического государства. И на чем особенно делают акцент сенаторы – повышение роли и ответственности политических партий. То есть мы здесь должны создавать конкурентную среду. И здесь очень важным моментом является то, что вот этот второй путь самовыдвижения. И именно для этого и делается, для того, чтобы население активно участвовало в процессах формирования именно государственного управления. Сейчас в сельских территориальных единицах страны работают 2345 акимов. 836 из них могут избираться по-новому уже в этом году. До этого момента руководителей районов, как правило, выдвигал областной аким, а выбирали его депутаты маслихата района или города областного значения. Вообще, можно сказать, это внедряется для того, чтобы усилить политическую конкуренцию. Почему? Потому что когда есть реальная политическая конкуренция, когда есть конкуренция политических взглядов, там, позиций, программ, тогда графа «против всех» она может быть неактуальной. И теперь, когда основная часть огромной законодательной работы завершена, считают сенаторы, важно не провалить работу разъяснительную, чтобы каждый житель страны, большого ли города или отдаленного аула, понимал и знал свои права. И это же касается в целом всех законов, принимаемых в государстве, потому что законодательство должно быть простым и эффективным в применении. В Сенате на неделе обсудили вопросы по рассмотрению дел об административных правонарушениях государственными органами и судами. Депутаты решали, как усовершенствовать административно-деликтивное право, чтобы его основой было признание конституционных норм о правах и свободах человека и гражданина. Вообще административное право – это право, которое с развитием нашего государства, административная реформа приобретает большое значение для всего нашего общества. И поэтому нормы должны быть достаточно понятны для населения. И мы обратили внимание, что многие нормы носят двоякий характер в административном кодексе, когда за одно и то же правонарушение можно наказывать различные санкции имеются. Соответственно, это может приводить к коррупции. Так в стране разработана концепция проекта закона, который вносит изменения и дополнения в кодекс об административных правонарушениях. Они устранят действующие пробелы законодательства. Например, в стране может быть упрощен порядок оформления ДТП. Без вызова сотрудников полиции, если авария небольшая, водители застрахованы и у них нет разногласий. У нас на сегодняшний день мы также обратили внимание, что многие нормы носят репрессивный характер административного кодекса, когда увеличиваются санкции за штрафы, на транспорте, семейно-бытовых нарушений, связанных с пандемией. Соответственно, был важный вопрос –
куда мы, в какую сторону движемся. У нас должна быть и гуманизация, и менее репрессивный характер административный. Но вместе с тем должна быть и также эффективность этих норм. Это было «Время Сената». До встречи на следующей неделе.